Новому году в Украине появится первая шампанское торговой марки «Новый свет», произведенная на материке. Над возвращением бренда Министерство агрополитики Украины работало около года. Как сообщили его представители на пресс-конференции в Киеве, новые марки игристых и шампанских вин «Новый свет» будут теперь производиться на государственном харьковском заводе шампанских вин. Госпредприятие юридически переведено на материк, обновлена его печать, назначен новый руководитель. Права на бренд «Новый свет» на время российской оккупации Крыма переданы Харьковскому заводу. К празднику на украинских прилавках появятся 4 вида вин, позже еще 8. Все 12 вариантов продукции утверждены дегустационной госкомиссией, в состав которой входят авторитетные украинские виноделы. Госпредприятие «Новый свет», ну мы как бы мониторили ситуацию перед тем, как заниматься этим, да, оно последние годы большую часть своего винограда, как это ни странно, покупала в Одесской области. Не буду называть конкретные совхозы. Именно тот совхоз, с которым мы начали сейчас сотрудничество для того, чтобы для воспроизведения этой марки. «Новый свет» – государственная марка, и она была и остается украинской. Главная задача производства вин этого бренда на материке – дать новую жизнь марке, чтобы она не была забыта потребителями, отмечают в Минагрополитике. Первая партия продукции – около 40 тысяч бутылок – появится в магазинах Харькова и Киева с 29 декабря. Стоимость одной бутылки будет около 100 гривен. Этикетка еще в разработке. Впервые надпись «Новый свет» на ней будет оформлена на украинском языке. Разработчики также напомнят, что Крым – это Украина. Идея в том, чтобы на Новый год, в этом 2016 году, каждый гражданин Украины поднял бокал шампанского «Новый свет» за то, чтобы Крым в 2016 году вернулся в состав нашего государства от оккупации. Использованием торговой марки дело не ограничится. Сейчас решается вопрос о том, сможет ли Артемовский завод шампанских вин на основании патентов «Нового света» выпускать шампанское по классической технологии. Зараз продолжается работа, чтобы самое... Не тільки бренд «Новий світ», але ще є патенти під «Новим світ». Саме патенти по виробництву досить унікального вина. І зараз ми будемо проводити тендер. По інформації Мінагрополітики України, на полуострові для виноделія настали не лучші времена із-за російського законодательства, яке значительно жорстче українського. В них же, для того, щоб це вино отримало акцизну марку, його потрібно пропустити через спеціальний такий лічильник. І була мова про розкуркування як цього напою, так і напоїв, які вже багато років зберігалися в пляшках на Масандрі, і про те, що їх потрібно пропускати через такі лічильники. Сьогодні в Криму це не виконується, ця норма. На невиконання цієї норми йдуть самі колективи цих підприємств. Вони дійсно в шоці і обурені такою пропозицією, щоб таке взагалі відбувалося. Вся продукция, произведенная в оккупации на производственных мощностях госпредприятия «Новый свет», подпадает под санкции. Все международные контракты прерваны. Минагрополитики Украины следит за тем, чтобы в торговых сетях Украины не появлялась продукция крымских заводов, захваченных российскими оккупантами.